В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Один человек погиб в результате ДТП в Советском районе. Там водитель УАЗа наехал на пешехода. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, трагедия произошла вечером в деревне Родина. 37-летний водитель УАЗа наехал на пешехода. 59-летний мужчина шел на работу по проезжей части. В итоге пешеход погиб на месте. В Зуевском районе в смерти 61-летнего пенсионера подозревают его собственного сына. ЧП произошло в селе Мухино. 1 ноября между родственниками произошел конфликт. Сын Малюгин Сергей ударил пьяного папу, а потом уложил его спать. Как выяснилось, заснул потерпевший пенсионер навсегда. На следующий день он приехал вновь, чтобы навестить своего отца. Открыл дверь и обнаружил пенсионера, лежащим без признаков жизни, о чем незамедлительно сообщил родственникам, вызвал медиков и сотрудников полиции. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об аресте. За смерть отца ему грозит до 15 лет тюрьмы. Вечером на улице Воровского водитель Хонды не заметил попутный автомобиль с камерой. Удар получился не сильным, никто в аварии не пострадал. Судя по видео, водитель Хонды заранее показал сигнал поворота, но не встал в крайний левый ряд.